Ну вот что напылили, ничего не говорит. Что напылили? Так, все, разбежались. Кутуш бежит, гавкает, кутушка. Третья, которая часть марлезонского переселения. Да нельзя на меня прыгать, батон. Ты не боишься, что ли? Пес вышел. Не, не боится. Ну все. Мама, Моська, Моська. И вы поглази тебя. Все. Сышкан, покажи зубки. Давай. Ну, все. У нас злюка. Сышканюха. Сышкан. Все, это злобный Сышкан тут у нас сидит на крыше. Все. Дикуся, красавчик. Дикуська. Дикуся, мой. Это Сышкан пришел. Ну все, разбежались. Так, Дикуся, уходи. Я колесо положу на место. Это Дик его скинул? Ну что, без разминки. Без разминки в бой. Угу. Продолжение. Надо выгрузить все это туда, в кучу, на улицу. Угу. И будем сюда второй вольерчик ставить. Вот сюда. Ну давай попробуем сейчас. Пойду принимать. Не, ну ты смотри, чтобы я там не убил никого. Сейчас какой-нибудь алкаш подойдет специально, да? Я кину что-нибудь, а он там ай-яй-яй-яй-яй-яй скажет, что я в него попал. Ну да. Давай, беги, принимай. Я, ну, в смысле, смотри, я буду туда. Достойте. Леники. Не надо тут лапками дрыгать. Все, сидите спокойно, ждите. Рано еще гулять. Ого! Ох, аж на дорогу вылетело. Сейчас я все куски надо дорезать, не могу, ну не смогу их перекинуть, чтобы прибор не повредить. Там лонжероны очень тяжелые, с моторным отсеком, придется их еще пополам резать. Понятно. Не могу перекинуть. Так, надо его поставить. Тот случай, так, когда камера может упасть. В общем, это тот случай, когда надо тянуть. Берешь и тянешь, что делать. В общем, не успела я на начало. Ну вот так. В общем, Александр сам решил перетащить вольер. О, капец! Мне смотреть на это тяжело. А, то, что крышу вот приделали, мы говорили в прошлом видео. Из-за этого, конечно, сложнее было его тащить. Ой! А, ну да. Фу, блин, меня вот эти вот... Всегда так пугаюсь на таких моментах. Вот, друзья, интересная настоящая жизнь. Я тащу, еле-еле тащу контейнер. Саша стоит на мусорке, охраняет дверь. А вы смотрите какого-то Влада бумагу. Да, Санечка? Я смогла только до суда. Ну вот, я же говорю. Еще мужик, который выкинул, увидел меня и сказал, что он еще на ту мусорку вынес две двери хорошие. Ну, сейчас посмотрим. Все, отходи. Тебе приходится таскать двери. Это ужасно. Просто ужасно. Я чувствую ужасно себя... это, если драться придется с мужами за них, а так я нормально. Я чувствую себя просто отвратительным папой. Тебе кажется. Моя дочь вынуждена охранять дверь на мусорке. Еще и перетаскивать ее, прятать от бомжей. При том, что я отнял у нее машину,
забрал у дочки машину, уничтожил ее. Хорошая дверь, да? Ага. Ой, бля, еще знакомые пибикают. Да бывает. Могли бы остановиться и помочь, да? Вот еще. Они с той стороны зеленые, вот почему. Да это был шкаф. Я же говорю, да. Ну, деревянные полосы. Да, крепкие тоже. Или вместе положим, или придумаем что-нибудь. Вот такой вот уловчик. Да, это вам не коктейльчики распивать на канале Едим ТВ. Металлолом сегодня еще порезал, повыкидывал он оставшийся. Угу. Сейчас тоже перенесу его на кучу. Уже будет вывозить. А? Уже будет вывозить потом. Да его сейчас нет смысла вывозить, он 12 рублей стоит, еще и неохотно принимают. 12 рублей еще минус за сор сделают, и то, что это кузовщина еще скидка. А, типа крашеный. Сейчас никакого смысла нет сдавать металлолом. Ладно, если бы я сдал его по 10 фиксим и по 15 деловой металл купил, я согласен, его продают по 50, ну такой прям совсем ущербный, по 30. Будем ждать. Саша, не плачь, неси дверь. Хватит плакать. Вот так вот, друзья, это вам не волонтерские сюси-пуси, это настоящий приют. Иди сюда. На, да иди сюда. Иди. Ну давай. Ты же не подшоп с вкусняшками. Молодец, Надя, молодец. Все. Собака, ты на вход как работаешь? Так же, как на выход. На вход можно, на выход нельзя, скажи, да? Скажи, можно только заносить сюда все. Выносить нельзя ничего. Снова чуть-чуть надо подвыровнять. А, это тут Доня вчера рыть пытался. Так, выставили два. Две подставки. Ну, как это сказать, выставили чего? Две. Что не выставили? Ну, вот эти же две выставили. Две опоры, вот. А, ну все. Пролезайте вот здесь. Как вылазить? Вот здесь. А, я застрял. Ой, на тапок. Я застрял. Ого. Это, знаете, блин, ну как эстафета или как вот, какой бег с препятствиями. Там раз, там пролез, там перепрыгнул. Все. Выровняли все, сделали. Ну все, сейчас прикрутим оставшиеся части. Контент. Контент, да. Только мне нужен будет еще один тайбочка для саморезки. Что вы предлагаете? Я не знаю, где ее взять. Где шайбочку взять? Вон там, в пакетике. Ага. Куда они деваются? Откручивал вроде шайбочками все. Все? Да. Я и заснять-то не успела. Ой. А что там? Да ладно. Что, заселяем? А, дверь еще, да, надо? А, она просто надевается. Да. Супер. Ну все, заселяем. Заселяйте. Давайте. Ух ты! А кто идет в свой новый вольер? Ой, в новый вольер. На новое место. Идемте. Вечные пленники. Вечные узники. Какая она толстая! Она толстая! Толстопака! Вечные узники переезжают. Шуга! Это такая толстая. Лаванда! Хоть бы воды собакам поставить. Ой, не знаю, поставить. Ладно, сейчас.
Ну чё? Ну чё? Как вам? А? Как вам? Вот они, ваши соседи, Степан и Жучка. Все, нате вам по вкусняшке в честь новоселья. Держи. Лаванда, на. Печенька. Вкусная. Держите. Степан. Жучка. Держите вы тоже, Леня. На, скалей. Ой. Слоечная. И Найда. Дельзы.